The Ukrainian government in Kiev is saying this is the work of Russian separatists, that they use surface-to-air missiles to take this commercial plane down. In fact, what they did is release intercepted audio of pro-Russia separatists discussing the MH17 crash. The Ukrainian government provided the English subtitles, the identities of those speaking, and their photos. We at CNN can't independently confirm the authenticity of this release, but take a listen to what the Kiev government has put out there. Только что сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Сейчас поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится, ну, 30 минут назад где-то. Да, майор. Значит, это Чернухинские сбили самолет. Кто сбил? Через Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первые 200-й. Нашли первого 200-го. Была женщина. 200-й. Да, гражданский. Да, Саш. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там? Да пиздец. В обломки прямо во дворы падали тут. Вот так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, то, что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. И вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, блин, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы есть? Да. Индонезийского студента есть из университета Томпсона, блядь. По самолету, сбитому в районе Снежного Тереза. Но. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова, там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский, транспортник. Но, говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, завозили шпиона у них, нахуй. Понял? Не будет так, сейчас война идет, блядь. Понял. If this is authentic, essentially, Russian separatists are discussing having downed that commercial plane, clearly expressing the notion that it was not their intended target.